Отдел социального служения и благотворительности Кемеровской епархии открывает запись на акцию «Корзина доброты», которая пройдет в Кемерово с 14 по 16 октября, с 18 по 20 ноября и со 2 по 4 декабря. Акция традиционно пройдет в трех магазинах «Пятерочка». Суть акции. Волонтеры в обозначенные дни и время дежурят в магазинах с листовками и призывают покупателей приобрести необходимые продукты для нуждающихся людей. Из полученных в ходе акции продуктов будут сформированы наборы и переданы семьям и пожилым людям сразу по завершении мероприятия. В акции могут участвовать школьники, студенты, семьи с детьми, инвалиды. Для участия напишите личное сообщение координатору акции Елене Ушатой или позвоните по телефону 8-908-944-44-01.